Всем привет, друзья! С вами Амик, и мы продолжаем играть в игру Dash Tag. И сегодня мы будем убегать от нянечки за Зиги. Вот это наша змея, которая тоже хочет сбежать из садика. Ладно, все, побежали мы. О, смотрите, как она прикольно бегает. Я еще за нее не играл. Как только она нам выпала, я сразу же захотел за нее поиграть, но так и не играл. Слушайте, а у нее, видимо, прыжок какой-то новый. Да, это здорово. Слушайте, мне нравится, как она ползает, и она достаточно быстра. Ну что ж, мы с вами отправляемся в следующий биом, и сегодня нам надо улучшить наш рекорд до размера 20 тысяч очков. Так что сегодня мы с вами действительно должны постараться справиться с этим заданием. Ну что ж, пока что довольно-таки все легко проходимо, но нужно, друзья, попытаться дойти до конца этого пути. Вау, это что, это ускорение? Хе-хе, ничего себе, вот это я понимаю. Наши очки увеличились просто в два раза. Или мне показалось? У меня вроде 3000, да, есть. О-о-о, сколько монет! И они валяются просто так на земле. Давайте мы их быстренько собираем и отправляемся дальше. Слушайте, ну мы уже практически 5000 очков получили, так что нужно продолжить наш путь. Сейчас-то мы должны раз и навсегда получить себе какого-нибудь малыша. И когда же он нам попадется? Или нет? Он нам сегодня попадется или нет? Как вы думаете? Я надеюсь на это, по крайней мере. Так, ну что же, через этот барьер нужно перепрыгнуть. И вперед-вперед, камень на пути не к добру. Это точно не к добру. Бежим дальше. Вау, к нам на пути снова поезд. Нужно от него убегать. Убегаем. Слушайте, мы с вами неплохо так монетку уже взяли. Ох, пропустили мы с вами рубин. Ну ладно, это не проблема. Я врезался в камень, а как так? Я его просто-напросто не увидел. Ну ладно, первая попытка у нас, как всегда, не лучшая. Но это ничего страшного, потому что мы сразу же начинаем бежать. Эй, нянечка, пока-пока, неудачница. Мы от тебя убегаем, чтобы найти много-много золотишка. И, конечно же, новых детенышей. Новых детенышей, которые сбежали. Нужно их вернуть в наш детский садик для зверят. Ну-ну-ну-ну-ну, что, это первый этап? Всего лишь первый этап мы с вами прошли, уже столько очков заполучили. Но на этот раз локация вообще другая, вот это да, новая локация. Это зимняя локация, но она очень прикольненькая, мне нравится она. Хорошо. Так, быстрее через пенек перепрыгиваем и бежим в самый край. Снова! Воу, здорово, слушайте. Сейчас-то я точно должен дойти до конца. Вперед! Отлично, ой, снова эти пружинки нам, но я, бывает, постоянно проигрываю за них. Вот как здесь вот можно выиграть, я без понятия. Так, и перепрыгиваем здесь и здесь, отлично. Уху, вот это было опасно, на нас чуть сверху не упал большая глыба, не упала вернее. Так, снова она в действии, снова она в деле. О, смотрите, снеговик. Привет, дружище! Как у тебя дела? Или все у него нормально? О, впереди я вижу малыша, который нам пытается показать дорогу и как его догнать. Ой-ой-ой, это опасно! Это опасно! Это ледники, которые нам могут помешать догнать этого малыша. Но мы должны это сделать, друзья. Мы должны это сделать. И у нас есть еще один шанс. О-о-о! Так, быстрее! И вроде это новая черепашка! Это новая, друзья, черепашка! Здорово! Надо будет посмотреть, как она вообще выглядит в игре, и за нее, конечно же, будем играть. И вообще всегда будем так делать, чтобы, ну, за новых животных мы чаще будем играть, чем за старых. Но пока что мне больше всего нравится мой малыш-щеночек. Он очень прикольный, я не знаю, он мне очень нравится. Ну что ж, мы уже достигли с вами практически 10 тысяч, и осталось совсем малеха времени до нашего рекорда. Я надеюсь, что я продержусь, и фух, чуть не проиграл. Чуть, друзья, я не проиграл. Вот это было бы очень плохо, если бы проиграл. Давай, и уху! Да, слушайте, вот это я понимаю, вот это полет.
Ну, эй! Фух, я думал, я сейчас упаду вниз. Но нет, все хорошо, мы дальше продолжаем наш путь за змею. Хорошо, 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 и вперед, 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 вперед. На следующий биом, отлично, 12 тысяч очков у нас в кармане. Вау, сверху какие-то камни падают. Алло, это полиция, здесь падают камни, срочно пришлите эвакуатор. Нужно вытащить из сугробов нашу змею. Вау, а что с нашей змеей не так? Она вроде ударилась, что ли? Я даже этого не заметил. Уу! Вот это скорость, вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Вот это да. Так, ну что ж, мы быстро пытаемся перепрыгнуть через все эти овраги. И вроде как даже... Как так это получилось? Вы видели? Это очень странно. И смотрите, нам выпал нитро. Вау, 15 тысяч, кстати, очков мы получили, но это не новый рекорд, к сожалению. Так, ну что ж, у нас новый нитро. Вау, это рарный, друзья мои, мы с вами получили малыша рарного. Это очень здорово. Смотрите, он спрятался. Эй, привет, ты чего, как дела? Рарного у меня никогда не было, друзья. Вот это да, вот это круто. Ну что ж, мы с вами получили первого нашего самого серьезного питомца. Ну и отправляемся, поиграем за него. Как за него интересно играется? Наверное, так же. Абсолютно так же. Вперед! Отправляемся в новое путешествие. И, ой, снова нянька! Надо, слушайте, надо будет накопить, чтобы поменять ей уже скинец наконец-таки. А то у меня это уже нянька надоела. Хочется новую няньку уже получить. Так, бежим вперед. И что же нас ждет в следующем биоме? В этом биоме, конечно, не так все хорошо, как кажется, потому что здесь мы с вами можем прыгать вот так. Так забавно. Этот малыш такой маленький. Смотрите, когда он прячется, он... А, смотрите, когда мы с вами приседаем, он прячется в панцирь. Вот это я понимаю. Вот это прикольно. Оп, защиточка работает. Оп, и мы с вами спрятались. Отлично. Тут тоже пробегаем. И опа. Опа! Так легко, мы еще никогда не проходили этот тур. Ну, вперед! Так, чуть-чуть осталось, чуть-чуть! И здесь нужно перепрыгнуть или пролезть под низом! Отлично, все, мы с вами большие молодцы. Так, ну что ж, здесь нужно перепрыгнуть, здесь тоже. И давайте посерединке тоже побежим. Все-таки здесь три коридора. Эх, и снова я... В том же самом месте проиграл. Надо запомнить раз и навсегда, что в этом краю нужно быть очень осторожным. Так, ну что ж, давайте сразу тогда откроем какой-нибудь сундук. У нас тут целых три. А, ну да, у нас как раз хватает. И что же? Чего? 2250 золота нам дали? Это неплохо. Это круто. Ну ладно, отправляемся дальше в путь, друзья. У нас осталось еще одна попытка, чтобы получить наконец-таки уже рекорд. Ну и, или не одна. Все зависит от того, как мы с вами пробежимся. Но я хочу наконец-таки уже получить свой самый высокий рекорд в мире. Я надеюсь, друзья, то, что я когда-нибудь поставлю мировой рекорд. И это будет вообще, ну не знаю, там миллиардов два очков. Почему бы нет? А у вас, кстати, какой уже рекорд? Пишите в комментариях. Мне очень сильно интересно, догоню ли я вас или нет. Давайте действительно пишите в комментариях, буду ваши рекорды перебивать. А почему бы нет? И, кстати, да, друзья, ставьте обязательно лайк. Соберем 150 лайков, и я сниму следующую серию. Впрочем, все как всегда. Ну что ж, мы с вами вроде в новом биоме. Вернее, это каньон, да, как я понимаю? Это действительно каньон. И здесь мы свои монетки должны получить прямо сейчас. Отдайте монетки, каньончик. Эх. Хорошо, так, этот цветок очень мешает здесь. Раз, два, три. Отлично, сразу же в край и бежим до конца. Ой, вниз, снова в панцирь. Отлично, ой, впереди снова в панцирь. Эту дорогу я, по-моему, видел. И снова в панцирь. Вау, смотрите, это лягуха. Мы должны ее догнать. Быстрее. Я не смог догнать, эх.
Зачем я взял эту скорость? Я думал, что я смогу догнать, но у меня ничего не получилось. Мы с вами даже дистанцию не прошли нормально. Нам сегодня так не везет. Ну ладно, я думаю, ничего страшного. В следующем ролике мы, друзья, обязательно дойдем до нового рекорда и возьмем нового зверька. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. Увидимся уже очень скоро. Всем удачи и подписывайтесь на канал. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а мы с вами прощаемся. Всем удачи и пока-пока.